Сегодня мы с тобой поиграем в развивающую игру. Давай закроем глазки. Открывай глазки. Посмотри, сколько грибочков мы с тобой попали на лесную грибную полянку. После дождя грибного посмотри, сколько грибочков выросло. Грибочки у нас разные, а различаются они по цвету. Посмотри. И по размеру. Есть маленькие, большие и средние. Наша с тобой задача будет собрать грибочки по размерам и по цвету. Справимся мы с тобой? Так, смотри, начинаем мы с большого грибочка. Сначала большой грибочек, потом средний грибочек такого же цвета, а цвет у нас оранжевый. И следом идет совсем маленький. Можно сказать, получилась у нас семья. Посмотри, папа большой, мама поменьше и совсем маленький их ребенок, да? Попробуем с тобой? С какого цвета начнем? А как он называется, ты знаешь? Зеленый. Давай, попробуем с тобой зеленого. Давай, сначала, правильно, у нас шел большой, потом поменьше, а потом совсем маленький. Дальше. Какой это цвет? Синий. Большой, средний и совсем маленький. Дальше. Красный. Давай красный. Большой, разве правильно? Ну-ка посмотри внимательно. Вот, молодец, нашел свою ошибку. Ты измеряешь, да? Ну давай, сначала большой я тебе помогу. Теперь средний, а теперь поменьше. Вот молодец, посмотри, какая грибная поляна у нас с тобой получилась. Красивая?